Всем привет! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале, который называется «Репортажи моей жизни». В сегодняшнем видео, оно, кстати, очень короткое, но все равно сняла. Покажу, как я коротала вечерок. Обычный вечерок после обычного трудового дня. Ну что, поехали? Есть у моего мужа друг, тоже заядлый рыбак. И вот вчера вечером, после очередной рыбалки, ну, похоже, улов был хороший, да? Он решил угостить нас рыбкой. Вот две щучки и три огромных леща. Я даже поднять его не могу, не знаю, сколько он килограмм, но он очень большой. Деваться некуда, надо чистить. Щуку почистила, порезала на кусочки, пропустила ее через мясорубку, сделала фарш, туда добавила булочку, смоченную молочком, лучок, чесночок, соль и перец. Ну и добавила еще яичко. Сформировала котлеты, вот такие они у меня получились, и убрала в морозилку. Под лещика порезала вот на такие тоненькие кусочки. Почему так? Потому что жарить его буду во фритюре, но не сегодня. А пока тоже отложу до лучших времен. Щука была с сюрпризом, была с икрой. Я ее посолила и убрала в баночку. Через 2 дня можно будет кушать. Икра номер 1 без консервантов. Конечно же, без. Ох и вкуснота! Но с икрой была не только щука, лещи тоже были с икрой. Вот я ее здесь жарю. А вот это вот деликатес. Это пузыри. Как я их люблю, они такие вкусные. Ну, честное слово, я нисколечко не обманываю. Попробуйте хоть разок, вам должно понравиться. Ну, а здесь тоже не менее вкусное. Здесь жарю головы. Ох, и полакомимся сегодня вечерочком. Спасибо другу. Пошли заглянем к маме. Чем это она там занимается? А мама у нас рукодельничает. Вышивает крестиком. Вот так вот. Здесь у нее прилеплена к торшеру схема. Крестик за крестиком. Вышивает вот такие вот маки. А рядышком на излюбленном своем месте спит котяра. Чижик. Отдрыхнет. И все ему нипочем. Ну, я тоже от мамы не отстаю. У меня связалась вот такая вот симпатичная пара носок. Не знаю, как правильно, но неважно. Симпатичная, короче. Это для младшего сына Дениса. А старшему вяжу шапку. Вот такую вот тепленькую. Небольшой рисуночек. Мне нравится. Вот так и коротаем вечерочки. А еще вам хочу показать, что у меня на днях случилась покупка. Но не могла устоять. На Валбересе на посуду Тефаль была скидка. И я выписала себе вот такую вот сковородку. Она небольшая, 22 сантиметра. Обошлась она мне в 1000 рублей. У меня есть сковорода такой же фирмы, покупала ее 3 года назад и тоже по скидке, и я от нее просто в восторге. Кстати, головы сегодня жарила на ней, с ней ничего за 3 года не произошло. Вот так вот она выглядит, ну красавица. И выписала еще к ней крышечку. Крышка тоже очень дешевая, господи, даже не помню, 120 рублей что ли. Пытаюсь оторвать картонку, но не получается. Одной рукой никак. Короче, лишняя сковородка никогда не помешает. Тем более по такой цене. А вот так коротает вечерочек наша собака Сэм.
Вот свернулся калачиком, и все ему нипочем. Услышал кого-то. Собака лает за окном. О, красавчик! А вторую тоже уже закрыла в вольере на ночь. Ну вот, пожалуй, и все. Время 10 часов вечера. Завтра опять на работу. Так что пора отдыхать. Что ж, будьте счастливы и не болейте. Пока!